जन्म जन्म साथ चलना यही कसम तब है कसम माँ के मिलना यही एक चाहे बने दो बदन हो जुदा मेरे होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरे होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना ҳунари ҳаваҳро ширкат дар ин озмуни машҳури телевизионии Ҳиндустон маҳбубтар кард. Бо ҳунарнамои махсуси худ ин гурӯҳи ҳамсояи кишвари Ӯзбекистон миёни 63 навозандагон овозхонии давлатҳои ҷаҳон ҳунармандони шинохтаи Болливудро тасхир кард. Озмуни байналмилалӣ дар шаҳри Мумбай доир гашт ва он тавассути телевизион, ки дар тамоми ҷаҳон пахш мегардад, намоиш дода шуд, ки шӯҳрати ин гурӯҳи ҳунариро миёни дӯстдорони тарнаҳои ҳиндӣ зиёд кард. قرامان چونانه که ما اطلاع داریم شما در یکی از برنامه های مشهور تلویزیونی هندوستان شرکت ورزید و در اونجا کارگردان مشهور هندوستان کران جوهر اشتراک کرد و باید بگویم که این سرود شما را که جنم جنم نام داشت طریق شبکه های اجتماعی مخصوصا یوتیوب میلیون ها نفر تماشا کردن و همگی برای شما بهای اعلی دادن خوب بگویید که چی باعث گردید و چی گونه شد که شما توانستید که در این برنامه مشهور تلویزیونی شرکت ورزید Это было в 2016 году, в декабре месяце. Мы поехали с группой на телевизионное шоу «Каран Джохара», называется «Дельхи Хиндустани». Mm-hmm. Цель этого проекта была собрать из всего мира всех певцов, которые поют на хинди. Mm-hmm. И так получилось, что из Узбекистана вот мы поехали, наша группа, и там выступили, и заняли там, ну, получили золотой диск. Пели там, вот как вы сказали, «Джанам Джанам» песню mm-hmm. из кинофильма «Шахрухана». Ну, вообще, если так сказать, «Шахрухан» кинофильмы в нашей стране очень любят. Весь мир, да, можно сказать так. Да, поэтому решили эту песню спеть, и они очень тепло приняли нас. И Каран Джохар сказал, что если бы я вашу группу слышал по радио, если бы не видел ваши лица, я бы подумал, что это вот индусы поют. Поэтому это было очень волнительно для нас. И эти все, их прием, их теплота, доброта. И реакция публики тоже нас очень потрясло. Сказали, что вы так без акцентов поете очень красиво. Даже некоторые вот в YouTube пишут, что лучше, чем оригинал получилось. Так мы очень как радуемся, что наш вот этот маленький труд они так большой, высоко оценили. Робия Хурдакак, вақте ки онҷо ки шумо сурудро сароед, дараҷа ки шумо сурудро сароед ва ҳамагон ҳайати ҳакамон ки онҷо нишастанд, бо эҳсосот тамошо кардан ва кафкубиҳо зиёд шуд. И в той песне, когда Робия вступила, когда её партия вступила, вот члены жюри, особенно там певцы ещё были, они тоже были очень потрясены, как вот маленькая девочка поёт на индийском, ещё без акцента, так красиво, они очень были потрясены. Вот. И мы очень рады этому.
این بسیار هم خوب بود و بگید که اونجا پازلان که سرود با خیر رسید و حیات اولیه شما پدر شما و من دیدم که یک دختره که خیلی هم خردسال شما دختری خواهر شماست یا اپای شماست это маленькая девочка, моя племянница. Это дочка Шахнозы. Шахноза вот в 2015 году она вышла замуж. Муж ее тоже очень талантливый человек. Он кинорежиссер. Она снимает клипы. Нам тоже как бы в семейный этот помогает делать клипы во всем, и он тоже помогает. У нас вот очень... и получилось у вас. Да, у нас большая такая творческая семья. Вот, и на этот конкурс они тоже вместе поехали, и там вот этот Каран Джохар очень, ну, как бы был впечатлен этой маленькой девочкой, и вышел на сцену и поднял на руки. Это было очень такие приятные воспоминания с того шоу, было очень все хорошо. Я в первый раз была в Индии, мне было очень интересно, и когда мы вышли на сцену, мне очень было страшно, как-то, как они, ну, примут нас. И очень хорошо принимали, отлично было все. И участники этого проекта, они тоже аплодировали. Ну, я 9 лет училась в Блере, в республиканском школе, на фортепиано. Но у меня не профессиональное этот, образование по... песни. И из-за этого я боялась, как я буду петь там, как примут. Но было все отлично, и мы очень обрадовались. Чи сабабушки, шмо ма старуне джанам ро интихоб каре? Чун олай музыки Хиндустан беканор ас ва суртхой зиод дорам. Ну, во-первых, этот фильм Дилвали очень нравится нам. И в то время как бы было очень такой хитовым кинопродуктом, и в нем каждый саундтрек, не только Джанам Джанам, мы поем еще Геруа, там есть еще одна песня, очень тоже хорошая, популярная, очень красивая, и эта мелодичность, то, что мои братья, они, сестренки, они играют на скрипке, и как раз вот эта мелодия под скрипку и под голос нам очень совпала, чтобы с группой вместе спеть, поэтому мы сами решили вот Джанам Джанам спеть, но они вначале просили другую песню «Зуби-дуби», которую мы с Робией, когда ей было 4 годика, мы вместе пели и тоже сделали маленький клип и поставили на YouTube. Они думали, что мы споем эту песню, но потом мы подготовили эту, и им это очень понравилось. Zubi-dubi pam-pam, zubi-dubi param-pam, zubi-dubi, zubi-dubi, na chinkyum pogas to bedman. In gruy oylavias. Да, у нас в семье все музыканты. Ну, кроме родителей. Родители тоже, они... Папа художник, он кандидат искусств, а мама педагог-психолог. Ну, они очень ценят искусство, вообще все сферы искусства, там, будь это живопись, литература, музыка, кино. Поэтому с детства тоже нас к этому как бы приучили, создали любовь такую к музыке, к искусству. И поэтому все музыканты в семье, я сам по специальности пианист, композитор. В прошлом году окончил магистратуру по композиторскому искусству. А мой вот Достомбек, мой братишка, он скрипач, он тоже лауреат международных конкурсов. Маленькая сестренка Робя тоже скрипачка. Она вот за братом пошла, как бы тоже за скрипкой. И моя сестренка Шахноза тоже, она пианистка. Она и пианистка, и художница. Она выбрала путь еще и папы, как бы продолжает. Вот. Поэтому мы, у нас было, у родителей была такая идея создать семейную группу, чтобы объединить всех музыкантов и сделать одну группу, как... Ну, Майкл Джексон тоже был, Джексон 5, у них все братья были музыкантами, вот так.
И вообще я тоже большой фанат Майкла Джексона. И вот с 2011 года мы создали свою группу семейную и начали выступать в двух жанрах. То есть первая классическая музыка, это на фортепиано и на скрипке вместе с оркестром играли произведения Рахманинова, Прокофьева, вот братишка играл Кабалевского, Робби, я тоже играл на скрипке с оркестром. Классический, как бы, концерт. А второй жанр — это эстрадный. Уже там у нас были и свои авторские песни. И вот в концерте мы один или два индийские песни добавляли. Вот в 2014 году, когда спели с Достоном из Митхуна Чакраборти кинофильмы «Танцор диско», знаете, там? Горокинаканоки, дунья хедлвалоки. Вот эту песню вместе спели. YouTube поставили, и после этого уже индийские зрители начали смотреть этот клип с концерта. И вот именно после этого клипа в 2016 году этот проект Каран Джохара. И вот создатели этого проекта пригласили нас на этот замечательный шоу. Tuhi akhi uki tendek, tuhi dil ki hai destek, aur kuch na jano main, bas itna hi jano. Tujh mein rab dikhta hai, yaara main kya karun? Tujh mein rab dikhta hai, yaara main kya karun? Sajde sar jhukta hai, yaara main kya karun? हमारा संगीत आपको अच्छा लगा एंड यू सैंग इट सो ब्यूटिफुली थैंक यू वेरी मच پس این معلوم می شود که شرکت در این برنامه تلویزیونی شما رو در هندوستان مشهور کرد. Да. И после этого проекта на нашу электронную почту очень много писем приходило из Индии, из разных стран даже, не только из Индии, там из Дубая, из Америки, из Англии. Потому что индус очень много, они по всей стране, как бы, поэтому выходили еще, давайте к нам приезжайте с концертами. И начали нас приглашать вот в Индию на концертные гастроли. И вот в течение вот этих 2-3 года мы дали уже более чем 20 концертов в разных штатах там. В Индии тоже очень много штатов и очень много языков, не только индийский язык, оказывается, там. Вот наши концерты были очень хорошо, успешно проведены. А за мной был той инженер, чан барномой концерты худро дар худи Хиндустан на мой штуде. Нас начали приглашать на концерты, мы уже вот в эти 2-3 года уже дали больше, чем 20 концертов, еще выступили на 5-6 свадьбах, они даже на свадьбу позвали.
это как сказать, такой как-то удача улыбнулась нам, и вот и индийский народ очень тепло нас принимает, вот еще планируется еще гастроли в ближайшее время. خب میبینم که در اونجا شما ترانه‌های هندی را با شکل پوپوری پیشنهاد کردید پاره از این سرود پاره از این پاره از این که برای بینندگان هند خیلی هم پسند اومد вот каждый год уже упорно начали заниматься индийской музыкой уже с 2015 года вот после того как наше видео попало в YouTube И на каждый год мы старались делать еще такие попури, вот как вы сказали, что собирали самые хитовые песни Болливуда, и на каждый год делали вот, например, в 2015 году какие песни хиты? Собрали эти песни, сделали попури. Потом в 2016 какие? И вот так вот на каждый год у нас есть такой попури из хитовых песен. Но... Кроме этого, в нашем репертуаре еще есть вот песни Радж Капура, старые песни вот Шахрухана и остальные уже известные, вот, которые ближе к сердцу, так скажем, мелодичные индийские песни. گروه هنری هواز که همگی عضو یک آیلند فعالیت هنری خود را 7 سال پیش آغاز کرده بود. برنامه های اول هنری آنها در مکتب های موسیقی و صنعت کودکان برگزار شده با گذشت سالها در صحنه های بزرگ هنری راه یافتند. سرود آهنگ این دسته هنری در شبکه های تلویزیونی پخش می گردند و شماره نوارهای آنها در سامانه های اینترنتی زیاد به چشم می رسند که استفاده برندگان شبکه های اجتماعی به هنرنمای آنها بهای سزاوار می دهند. حالا باشد دسته هنری هوس نه تنها در ازبکستان بلکه در دیگر کشورها مخصوصا هندوستان هواداران زیادی دارد. बजा रही है तो कुछ तो होगा साहब कुछ तो होगा राज कपूर साहब को गए हुए आज 29 साल हुए 29 इयर्स बैक ही डाइड 2018 году мы дали концерт в Дели и там в середине концерта пришёл к нам на концерт Риши Капур сын Радж Капура мы так удивились мы были в шоке он слушав наши песни он сказал, что я очень ожидал от наших индийских ребят споют песню моего отца, но так вышло, что спели узбекистанские ребята. Он был очень радостным, и он дал нам премию, и мы были счастливы. С семьей никак не можем на улице просто так, как туристы, ходить. Нас все уже знают, и нам очень это, ну, гордость как-то. Приятно, да. И если мы на улице туда-сюда ходим, нас сразу фотографируются селфи, и очень нам приятно. Atlo hosh nahi ganam, hum hai dil hai har janam.
چون من که گفتم شما سرودهای هندی رو بیشتر می‌سرایید، خوب بگویید که هنگامی سرودن این سرود اون رو در شبکه‌های اجتماعی میموند، اون در کشورها برآمد می‌کنه. برای شما مشکلی ایجاد می‌شود یا اینکه نه در این حالت؟ نو на концептах не было авторских. Ну, правда, как бы таких проблем не было, но в интернете есть. В интернете есть авторские права. Там та компания, которая снимала кино, она сразу отправляет авторские права, но не блокирует видео. Ну, нам этого и хватит, чтобы не блокировать, чтобы если народ будет знать, это нам плюс. Но тот доход, который приходит с Ютуба, это нам незначительно. Он не важен так. Нам важно, чтобы люди нас узнавали. Поэтому есть такие, как вы сказали, авторские права. Там блокируют монетизацию, но сам видео не блокирует. Дости, дости, нара, пяре, пяре, нара, зиндеки, хаме, тера, Etbar nara, etbar nara. Dost, dost nara, pyar, pyar nara. Zindagi hame tera, etbar nara, etbar. Razdar na raha, zindagi hame tera, etbar na raha, etbar na raha. پیش از اون که یک ترانه ایجاد می شود با یکون متخصص در مشورت می شود تا اینکه سرود بدون یکون اشتباه پیش نیاد شود. Очень правильный вопрос задали. У нас вот в Ташкенте есть институт иностранных языков, и там профессор Баят Рахматов, наш учитель, вот мы вот каждую песню, когда готовим, приносим к нему, и он исправляет наши вот акценты, произношение. И говорит нам смысл этой песни, потому что мы индийский язык не знаем, но в интернете тоже есть много переводов. Но вот он глубоко-глубоко изучает эту песню, говорит смысл, и все вот эти произношения, интонации он нам исправляет. Поэтому мы, как сказать, не просто так берем и как слышим, так и поем, да? Мы к этому относимся вот как бы к профессиональной точке зрения. Вот. И вот на этом шоу тоже «Дельхей Индустани» там перед выступлением нам тоже давали учителей, которые вот исправляли произношение. И тогда вот я немножко научился как бы читать вот индийские тексты, потому что там на английском транскрипции есть, и у них вот очень разные «р» есть буквы, очень разные «х» буквы, вот. Поэтому вот эти маленькие нюансы вот немножко-немножко научились там. عالم موسیقی هندوستان با کینوفیلم های آنها خیلی هم تعوام است با هم دیگر علاقه‌مندی زیش دارد. وقتی که آنجا کارگردانی مشهور در آن چهارمین شرکت ورزید فرض کردیم کرن جوهر که یکی از کارگردانی مشهور هندوستان به شمار می رود و شما را دعوت نکردم برای سینما یعنی همکاری در ساحه سینما. Это, как сказать, моя очень большая мечта и цель, чтобы спеть в одном каком-нибудь болливудском известном кино. Ну вот стараемся сейчас попасть туда.
Но таких предложений еще не было. Но мы будем стараться. Будем идти к этому. دسته هنری هواس برنامه مخصوص کنسرتی خود را سال 2018 در شهر دوشنبه برگزار نمود و با ترانه‌های دوست داشته مردم خاطر همگان را بلیده نمودند. مخصوصا اجرا نمودن این سرود که با زبان تاجیکی از جانب راهبر گروه قهرمان غلامجانوف پیشنهاد گردید باعث کفکوبی زیاد اشتراکچیان برنامه کنسرتی گشت. صد بار خوش قدر نزن صد بار گردن بیسم صد بار خوش قدر نزن صد بار گردن بیسم صد را ماند صد را ماند صد را شان نیکی بیماند جاویدان. چونون میدونیم در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی شما برگزار شد و آنجا هوادارانی شما توانستن که از سرود ترانه شما بازم وقتی شدن. بگوید که چی گونه شد که شما دعوت شدید به شهر دوشنبه به کشور ما باید؟ впечатление от концерта в Душанбе очень яркие, очень хорошие, потому что народ Таджикистана очень тепло нас приняло, вот в концертном зале мы пели только с удовольствием. Они нас поддерживали, они аплодировали. И как сказать, Таджикистан, Узбекистан — это соседние страны, которые братья, да, все? Да. Поэтому наши обычаи, традиции тоже они схожи. Поэтому нам было очень приятно выступать в Таджикистане. Будем надеяться, что в дальнейшем еще будут концерты, гастроли. С удовольствием будем приезжать. Даронжо шумо яке тарнаҳои машҳури осхони Таҷикистон Далер Назаров ро сурудед. Бигӯед ки чӣ гуна интихоб шуд ма аз тарнаи Далер Назаров ва ин сурудро шумо ма аз дар шаҳр Душанбе пешниҳод кардед. В этой песне очень такой глубокий смысл о жизни. И мелодия очень красивая, ну как бы ретро. Из таких классических музык можно отнести. И эта песня, я думаю, что очень глубоко заняла место в сердце Таджикистана. И мне тоже вот на первый раз, когда я послушал, очень понравилось. И очень был впечатлен. Дигар сурд хор медонет бос? Бузабони таджики албатта? Знаю, знаю, слышал. Чаки-чаки Бора слышал. Такой из хитовых песен. Очень много песен Далер Назарова слышал. Можно я спою немножко эту песню, которую исполняю на концерте Далер Назарова? «Неки бимонат джовидо». Вы знаете, что значит «неки бимонат джовидо»? Типа такой смысл был. Жизнь все как продолжается, да? صد بار خوشگذر نزد
دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود نیکی بیماند جاویدان پس زنگی ترنه توجیکی را سر روید اکنون تصمیم دارد که در آینده باز دیگر ترنه توجیکی بیستر روید да, конечно, потому что таджикские мелодии тоже очень такие близкие с узбекскими, да? Есть очень много хороших песен, которые исполняли вот певцы Таджикистана. Есть желание, конечно, исполнять еще. Когда будет следующий визит, обязательно вот подготовим еще новых песен из таджикского. Тоже репертуар будем расширять. А за восхонхой таджики ура мешности? Знаю вот Далер Назарова. Очень нравятся его песни. Вот Шабнам Сурайо знаю, потому что много приезжали концертными гастролями. И еще других молодых певцов вот на сегодняшний день знаю. Вот Сабина есть такая маленькая девочка. Ну, уже она взрослая. Кто бы на нее, то Дельхи Индустане она тоже пела. Сабина из Таджикистана? Да, из Таджикистана. Очень много талантов есть в Таджикистане. Слышали. Вишнауджан то ин сурди машхури хиндиаски онро нафарони зиёд аз кишварҳои зиёд сароянд аз Тоҷикистон ҳунарманди хушовози Монозия Караматулло сароед ва аз Узбекистон бошад гурӯҳи Ҳавас. Эта песня любимая песня отца народа Индии Махатма Ганди. Да. Вишнауджан то вот эта песня не на хинди языке, а на гуджарати. Это другой язык в Индии. Это самая любимая песня, как я сказал, Махатма Ганди. И на 150-летие Махатма Ганди был такой фестиваль, чтобы привлечь, чтобы весь мир к этому событию. Решили вот из каждого страны один певец должен был спеть эту песню. Mm-hmm. И они сделали такой большой клип. И в клипе из Узбекистана вот нам посчастливилось спеть эту песню. Эта песня тоже с глубоким смыслом. Это песня о жизни, о том, как надо делать добро. И поэтому нам выпала честь спеть эту песню. Было, я думаю, очень хорошо. И этот клип очень можно посмотреть на YouTube. Вот. Получилось очень так колоритно, что из каждой страны пели разные певцы, да. И каждый по-разному пели, но в как бы... В объединенном этом клипе звучало очень гармонично и очень красиво. Вишнава джаннато Мы тоже кардит, что он же из Таджикистана, но здесь Караматулло сорд росароид. Да, посмотрел. По-моему, она очень много индийских песен тоже поет. Я слышал, очень красиво, очень без акцента и все эти нюансы индийские песни, которые делают, нола называется. Все на месте, очень красиво, мне понравилось очень. Желаю, что дальнейших творческих успехов этой девушке. Бигуетки, чаро
گروه رو محض حواس نام گذاشتید؟ من نزوالی گروه رو حواس потому что каждый человек вот в мире, он стремится к своему идеалу, да? Допустим, вот мой идеал как бы Майкл Джексон. Мам, я хавас халама. И вот каждый человек делает кому-то хавас. Ну, хавас на русском как переводится? Белая зависть. Ну, зависть в хорошем смысле этого слова, что быть похожим на этого человека или стремиться быть к этому. Поэтому мы очень уважаем и пытаемся стать как великие наши артисты, вот как Батыр Закиров, да, или как Фарух Закиров, или такие большие-большие как мастера в искусстве в общем. Поэтому назвали нашу группу «Хавас», чтобы быть похожими на них. Шумо базуз онги суртой хинди месарет бо забони узбеки умам сурт месарет янкина? Да, кроме индийских песен, у нас есть авторские песни свои. Так как я композитор, я сочиняю свои песни, а стихи пишет папа, слова к этим песням. И вот у нас в репертуаре больше 50 песен своих. Так получилось, что к индийским песням было больше внимания, и поэтому сейчас сочиняем свои песни тоже. Но вместе с этим больше даем как бы упор к индийской направлению. Поэтому у нас есть свои узбекские песни. Yarım gözlerimin çak, nazik boynu demin çak. Yarım gözlerimin çak, nazik boynu demin çak. Esreb yaman közlerden, buley unge közmün çak. Esreb yaman közlerden, buley unge közmün çak. Mün çak, mün çak. Дорандаи мукофоти давлатии Ниҳол дар ҷумҳурии Узбекистон ва ғолиби озмуни байналмилалии навозандагон Қаҳрамон Ғуломҷонов аз хурдсолӣ дар риштаи мусиқӣ таҳсил карданро оғоз кард ва баъдан ба омӯзиши чандин зинаҳои ин равон идома бахшид. ба ҷаҳони мусиқии муосир мароқи бештар зоҳир дорад ва ҳатто китоби мусиқавии худро низ ба табъ расонид, ки он аз ҷониби мусиқашиносон баҳои мусбат гирифт. Nazlarını senesem Yetmek kanadı bermak Bermak, bermak Yarım gözlerimin çak Nazik boynu demin çak Yarım gözlerimin çak Ey, nazik boynu demin çak Esreb yaman közlerden Buley unge közmün çak Esreb yaman közlerden Buley unge közmün çak Mün çak, mün çak Я хочу особо сказать, что этот год для группы «Хавас» был очень незабываемый, потому что вышла книга моего брата Кахрамона, и тут сборник композиторских творческих идей и его творческая работа, и тут 11 композиторских работ. На эту книгу спонсировал наши спонсоры Шаяна Фарм и Селена Фарм. Мы очень благодарны им. Спасибо за то, что они спонсировали на наш концерт, на нашу книгу. И мы очень рады за это. Спасибо им. Эта книга вышла 400. Мы раздали эту книгу школам искусств Узбекистана. И чтобы они зубрили, школьники и студенты, творчество моего брата.
چون توجه کردم از شبکه های اینترنتی شما نه اینکه با سرودهای هندی توجه دارید و ما با موسیقی جهانی بیشتر شوق دارید، حتی موسیقی سیمفونیکی رو نیز در یکی از برنامه‌های شما ما مشاهده کردم. خب بگویید که یعنی شوق شما به کدام نمود موسیقی ها بیشتر است؟ اون است کانسرت دو ژانر بود، کلاسیکی تو سیمفونیک ارکستر می تو استرادنی. Мы в первую очередь не певцы, мы музыканты. Ну, то есть я с первого класса учился на классе фортепиано с 4 лет. И вот по фортепиано я играл зарубежную классическую музыку. Музыку Бетховена, Моцарта, Баха, Рахманинова, таких композиторов, великих композиторов. И поэтому у нас вот больше, как бы, специальность наша больше к симфонической музыке относится. Ну, чтобы и классическую музыку слушал обычные люди тоже, мы вот через эстраду в своих концертах делаем вот как бы аранжировку в современном стиле с классическими произведениями. И людям это нравится, и как бы через это их приучаем слушать вот классическую музыку тоже. Это направление, то есть это наша цель еще одна, чтобы... приучить слушать классическую музыку, потому что классическая музыка имеет очень такую большую силу, которая, когда слушатель, вот если внимательно будет слушать, то будет воспитываться еще его и как будет воспитываться его дух. Это очень полезно. جرانی صحبت که رفتی آن در شهر تاشکند دایر گردید، معلوم شد که تمام اهل گروه مذکور سرتلاشند و اثر محبوب و دوست داشتنی را در عالم موسیقی ایجاد میکنند. چند سفرش جو کرتا هماری دیتا و تم کو بتا شرم ہے کہ پردے گرا کے کرنی ہے ہم کو حتا जिद है अब तो है हो तक मिटाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्म है के पर्दे गिरा के करनी है हमको در شبکه های اجتماعی ما توجه کنیم سرود های شما خیلی هم زیاد است. شما همگی در برنامه های کنسرتی سرود سرایدید و ما کلیب نوار های شما رو کمتر میبینیم و بگوید که سبباش در چیست؟ در پرایان اصلا زیاده اون از بولش کنسرت ها چیم کلیپ ها نو ما پلانیرویم دیلت کلیپ ها уже. Вот как вы видите, сделали такую декорацию, чтобы снимать клипы. Вот уже 3-4 клипа сняли в этой декорации. Ну, так, музыкальную форму, не так там, чтобы было, ну, эпизоды, да, чтобы как, типа, кино было, да, но такого нету, но вот в этой декорации мы начали уже,
В дальнейшем будем еще развиваться, делать клипы. Надеюсь, это будет как бы... Это понравится нашим зрителям. Дальнейшие планы выступать как больше на международной сцене. И наша главная цель, чтобы наш Узбекистан знал весь мир. И поэтому мы выбрали вот такое направление, как индийская музыка, чтобы кто это, эти ребята, откуда они, когда будут говорить, мы скажем, что мы из Узбекистана, что в Узбекистане тоже есть такие таланты, что в Узбекистане есть такие красивые места, как Самарканд, Бухара, Хива. И это наша главная цель. Прославить наш Узбекистан во всем мире. И еще будем давать концерты, вот как сказали, симфоническим оркестром. У моих братишек они будут участвовать на разных конкурсах международных, будут выступать из Узбекистана. И еще у нас в планах есть давать концерты, больше еще концертов в солнечном Таджикистане. Name pyar kara ek pal vich sabar kara tu jaave je man chutke maut da intezaar kara ke tere liye duniya chhod di hai तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके همه عضوی این دسته هنری دارای یک استعداد فوق‌العاده است و همگی تلاش میکنند تا با آنها عالمیان با هوس نظر کنند. با مهارت خود همگی جهد و تلاش دارند تا آهنگ شرق را در جهان موسیقی شهرت یار سازند. ما نیز اهل گروه ایجادی برنامه به این دسته هنری موسیقی معاصر قله‌های بلند ایجادی را تمنا داریم. People, unique culture, famous Uzbek cooking skills. You can try our tasty meals, vegetables, fruits and greens. Friendly people, unique culture, famous Uzbek cooking skills. You can try our tasty meals, vegetables, fruits and greens. Welcome to country of sun, we are glad to everyone. You can touch amazing views, welcome to Uzbekistan. Welcome to country of sun, we are glad to everyone. You can touch amazing views, welcome to Uzbekistan. Assalamu alaikum, Central Asian heart. We are happy to invite you. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Central Asian heart. We are happy to invite you. Assalamu alaikum. Tujh mein rab dikhta hai, yaara, main kya karun? Tujh mein rab dikhta hai, yaara, main kya karun? Sajde sar jhukta hai. با چنین آهنگ دلنشین برنامه نوبتی خود رو با یک جان صمیمیت و اخلاصمندی به پایان آغاز میکنیم و مهمانی نوبتی برنامه ما هست از انسامبل آوازدار هوس قهرمان غلام جان. ایشو ناس پلانах есть давать концерты, больше ещё концертов в солнечном Таджикистане. Всем только хорошего. Встречи митта. Мне очень понравилась ваша беседа и надеюсь, что зрителям тоже понравится. Пусть они оценят, да? Да. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Ваше пожелание... Я тоже забыл, на каком языке мне надо писать. Понимаете, что мы в Бакуле, бинандагоне телевизионной Душанбе, ки холо моро тарихи барномай хунар там шокардай суда. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо, что вот уделили внимание нашей группе, нашей скромной группе. Спасибо большое, что пригласили. И вот такое замечательное интервью у нас получилось. И всем создателям телеканала, и всем, всему народу Таджикистана желаю больших-больших успехов, здоровья, счастья каждому дому. И надеюсь, вот в ближайшее время мы встретимся еще. И всем желаю только хорошего настроения.